немецкий доктор оказался волшебным. Так что как только я выпью последнюю пилюлю, я буду здоров, как бык. Вам придется объяснить все руководству. Говорят, тебя там старый приятель разыскал. Он Костя лекарство редкое привез. Я что, не имею права попробовать мужа спасти? Все, что там написано, неправда. Да я знаю, знаю. Я не очень хорошо представляю, как она это переживет. Ну, что тут скажешь? Да уж что-нибудь скажите, доктор. Доктор, не надо со мной в игрушки играть. У меня тут жена и сын остаются. Ну, сколько? Я должен знать. 6 месяцев. Максимум. Ну, давай, рассказывай, что там дальше было. В твоей любимой сказке, которую я никогда не слышал. Повода не было. Мне папа рассказал ее однажды в жизни, в детстве, а запомнила я ее навсегда. Ну, давай. Ну, так вот. И когда пастушка умерла, художник собрал все свои кисти, краски, мольберт, холсты и ушел из замка. Ну, правильно сделал. Шел он долго, лесами, полями, перебирался через горные хребты. Он шел подальше от города, подальше от своего горя. И... Слушай, если бы я знал, что твоя сказка такая нудная, я бы колобка тебе заказал. Все же веселее. Не перебивай. Слушай. Ну, давай, давай. Шел он, шел, шел, шел. И вышел к океану. Угу. Потом он остановился. Там он поставил свой мольберт, поставил холст и начал писать портрет своей любимой. Писал он долго. День, ночь. Ночь сменял день. День сменяла ночь. И, наконец-то, он устал. Устал и уснул. И когда он спал, через сон он услышал шаги. И когда он поднял голову, он увидел, что прямо по волнам к нему идет его любимая, живая и невредимая, сошедшая с его портрета. Это хорошо, что ты спишь. Спишь и не услышишь, что я тебе скажу. Я люблю тебя больше жизни. И никого дороже тебя у меня нет. Не может быть. Да, вот такие дела. Только смотри мне никому. Могила. Неужели правда, а? Ну. Такие люди, как Чумаков, врать не станут. Так и сказал. Пришла просить убрать Костю с афиш. Композицию он ей нарушает. Вот мерзавка. Мешает. А еще вроде, как по телевизору, тоже сама хочет выступить без Кости. Салют! Привет. Да. Ну, как начальство? Хорошо, начальство. Да? Угу. Ну, мне пора. Спасибо. Счастливо. Давай, давай. Удачи.
Ой. Ну что ты? Что этот балабол на хвосте принес, а? Только ты никому не рассказывай. Ну, могила. Тут такое. Назарова уходила к Чумакову, просила, чтобы фамилии Константиновского не было на афише. Говорит, хочу, чтобы только моя была. Буквы по 5 сантиметров. Одна Назарова на всю афишу. Вот как наша Марго хочет. Правда, что ли? Угу. Вот. Конферансье сказал, что Маргарита Петровна просила Чумакова убрать вас с афиши. Но я только умоляю Маргарите Петровне ни слова. Вам я не мог не сказать. Кто предупрежден, тот вооружен. Давай. Ничего. Обычные дела. Характер у нее такой. Да может, и наврал вообще этот Чумаков. Ешь. А наш баламут подхватил. Проверить бы надо, Константин Александрович. Ничего. Проверяй на дверей. Ну, да. Как там? Ну что, Мишка, пивка, а? Так вам же нельзя. Пиво можно. Доктор вчера звонил, разрешил. А чё, я за? С послом в Москву прибыла партийная и правительственная делегация Германской Демократической Республики. Товарищ Хрущев выступил с речью, представляете? Спасибо огромное. Довезли. Вы очень любезны. Всегда рад, Маргарита Петровна. Спасибо. Ничего себе. Ну что, Кирилл Алексеевич, предупреждала. Муж есть, муж ревнивый. Костенька, познакомься, пожалуйста. Большой поклонник цирка Кирилл Алексеевич Бортников. Ну, думаю, теперь можно ехать. Всего хорошего. А, и поживее. Чего? Дорогая, он у тебя артиллерист или просто глухой? Чего? А, понятно. Просто дурак, да? Кирилл Алексеевич, простите, ради бога. Уезжайте сейчас, пожалуйста. Кость, пойдем в гримерку поговорим. В гримерку, говоришь? А зачем нам в гримерку, а? А, понятно. Чтобы особо никому не показывать своего никчемного мужа, да? А ты чего завелся-то, Кость? Ну-ка, угомонись, а? А ну, иди ко мне, крыса тыловая. Ну, держись, клоун. Давай, Кирилл Алексеевич, нет, он у меня контуженный. Кирилл Алексеевич, я вас очень прошу, пожалуйста, не надо. Ну, сейчас, ну, больной человек, ну, будь. Давай, уезжай, уезжай, Кирилл Алексеевич. Увидимся. Увидимся. Буду ждать встречи. До свидания. До свидания. Это что? Всего хорошего. Контуженный, говоришь? Правильно. Товарищи, моя жена просто жалеет своего контуженного мужа, поэтому вы не увидите его ни на афишах, ни по телевизору. А, вот в чем. Костя, это не так же все. Дурак. Вот дурак. А ну иди-ка ко мне, родная моя. Господи, какой позор, а. Как стыдно. Стыдно прям. Я вообще не понимаю, как вы это могли допустить-то. Ну, подожди. Дай, дочка. Ты мне же сама же говорила, что ходила, просила, чтобы Костю
Афишу поставили и на передачу пригласили. Какое прям недоразумение. Какое недоразумение? Он меня перед всем цирком опозорил. Нога у меня будет валяться. Дочка, потише, потише. Лёшку ты разбудишь. Зачем ему такие вещи слушать? Пришел, пес. Передай сыну, что его отец погиб от укуса змеи. Откуда, солдат? С какой войны? Со своей. Ну и чё? Дальше? Куда подальше? Надо. Вариантов нет. Ну, на босошок. Спасибо, отец. Мне пора. Ну, с Богом. Молодец, Пуршик. Умница. Умница, Пурш. Умница, умница. Подержи. Молодчина. Молодец. Миша! Миш! Я здесь, Маргарита Петровна. Где Константиновский? Ну, где Константиновский? Ну, опаздывать на 3 часа это уметь надо? Так он это, давно здесь. Что? Здесь он. Как это? Пуршик. Ты видишь папу? Костя, Костенька, Кость, а ну-ка вылезай, все равно найду. Нету что? Кости. Константин нет. Александрович с утра приехал. Сначала у директора был, а сейчас Бегунок в бухгалтерии подписывает. Да ну? Вот оно как. Ну и слава Богу. Товарищи, мы свободны от тирании. Это все убираем. Пурша готовим на завтрашнюю съемку. Открой мне. Закрой. Не, ну чё ты языком-то мелешь? Что такое? Ты объясни мне нормальным языком. Крути, крути.
Так, это понятно. Это я. Угу. Все? Да, все. Все, держите. Угу. Спасибо. Ой. Тихо-тихо, мой миленький. Маргарита Петровна, добрый день. Тихо-тихо, мой миленький. Добрый. Какой красавец. А можно ли его погладить? Нет, не в духе неделю. Да, мой хороший. Ага. А он сможет работать? А почему он не сможет работать? Ну, не в духе. И, Ой, у нас каждое утро какое-нибудь животное встает не с той лапы, работаем же. У меня очень мало времени. Да-да-да-да-да. На всякий случай, у нас есть охрана, два пистолета, и... Так что вы не волнуйтесь. Ваши люди в цирке работали? Работали? Нет. Нет? Нет. А как вы думаете, они нас страховать будут? Чтобы страховать дрессировщика, да, во-первых, нужен талант, во-вторых, опыт в опасных ситуациях. Так мой муж говорил всегда. Где студия? Пожалуйста, сюда, пожалуйста. Вот, давай. Вставай. Вставай. Молодец. Вперед, Пуршик. Вперед, вперед. Ай, бравушки. Вперед, вперед, браво, вперед. Дай-ка мне, дедуля, что-нибудь интересненькое. А дорога-то длинная? До Ростова. Это вам надо было в книжной. А еще лучше, самый большой. Москва. Ничего, журнал. Берите, берите. Обойдусь. Это большая редкость. Причем горяченький только что привезли. С портретом этой дамы у нас пресса вообще не задерживается. А еще есть? Есть. Давай все. А зачем во все? Обои буду клеить. Давай, давай, дед, не жмоться. Счастливой дороги. Чего изволите? Кофе, милая, и пирожок. Пожалуйста. Простите, пожалуйста, что? Константин Александрович. Распал? Да какое там? Это самое... И пирожок. Лихорадит всех который день. Ты будешь? Ага. Еще один. Мы же к телесъемке готовимся. Вот Пурши так мыли, что он чихать начал. 20. А Маргарита Петровна красавица. Жутко прямо же. Вы знаете, Маргарита Петровна очень нервной стала. Хуже, чем была. Ой, простите. Ну, простите, Константин Александрович, ну, простите, пожалуйста. Ну, чего она орет, ругается на всех, дерется? Она даже Пуша поколотила. А вы знаете, он такой, он и затаить может. Кто с ней на студию поехал? Боцман поехал. Вы же его главным смотрящим сделали. Один? Ну, один, я же вас провожу. И вообще, Константин Александрович, когда вы меня к себе в Ростов заберете? Я уже вещи сложил, я уже даже этот... План города срисовал из энциклопедии. Вообще, Ростов – это очень красивый город. Там есть речка. Лимонад, пожалуйста. Ага, спасибо. Пожалуйста. Там есть речка Дон, а еще там есть Левгородон. Так местные жители называют левый берег. Чудные. Константин Александрович. Ой, ё-моё. Константин Александрович! Ой, вот это... Ну все, приехали. Так, давай через арку на Забелина и дальше через Хохловский, давай. Да где? Да какой ты кедрени фени таксист. Слушай, братишка, я очень тороплюсь. Давай мы с тобой поменяемся. Я проскочу через двор, а дальше ты сам. А? Давай, давай, я за науку деньги не возьму. Давай. Сейчас мы мигом.
теперь, дорогие телезрители, сама Маргарита Петровна Назарова ответит на ваши вопросы. Анна, что же любопытно нашим зрителям? Нашим зрителям? Нашим зрителям, да. Анечка, ты не бойтесь. Перестаньте. Смотрите, абсолютно ручной тигр. Абсолютно ручной. Вот. Видите? Удивительно, Маргарита Петровна, удивительно. Все правда. Под контролем. Невероятно. Поверьте. Просто. Да, мой хороший. Да, Пуршик, самый прекрасный тигр. Не бойтесь. Все нормально. Анна, есть ли вопросы у наших зрителей? Конечно, Игорь, вот они. Читай сам, я сейчас умру. Ты же обещала выпить валерьянки. Море, но все равно страшно. А вот и первый вопрос от наших зрителей. Итак, главный вопрос, который интересует наших телезрителей. Маргарита Петровна, кто дрессировал вашего тигра? Вы сами? Вы знаете, мы с мужем абсолютно отвергаем термин дрессура. Угу. Мы воспитываем и учим наших животных. И конкретно Пурша, да, Пуршик, как и всех остальных, учил жизни мой муж. Угу. Знаменитый? Нет. Великий дрессировщик Константин Константиновский. Вы понимаете, знать язык животных... Крупнее возьми. Что? Покрупнее возьми. Я не могу, ты чего? У нас кабель лампу заденет. Я же говорил, надо было кабель длиннее покупать. Да разберемся. Давай. Ну, чуть-чуть. Не только что животных. Скажите, а какие черты характера присущи дрессировщику Константиновскому? Вы даже не представляете, какой это человек. Он знает каждое движение животного. Угу. Он считывает их эмоциональный фон. И, угу, вы знаете, временами мне даже кажется, что он читает их мысли. Давай еще чуть-чуть. Еще покупаем. Очень любопытно, очень. Да, ёлки. И о чем же думают тигры? Расскажите нам. Нищий. Ну, видите, тут в двух словах не расскажешь. Это на самом деле... Стоять, Пурш! Стоять! Всем не двигаться! Никто не двигается! Пурш, ко мне! Ко мне! Ко мне! Пурш, ко мне! Вот, лови! Слышь, а где ты водить так научился? У танкистов, на фронте. Слушай, у тебя сотня, значит, будет? Да ладно, побереги, сам же доехал. Давай. Танкист. Извините, а вы свободны? Садись. О, спасибо. Стойте. Куда? Куда он побежал? Быстрее. Давай. Подальше беги. Давай. Эй. Помогите! Пурш! Пуршик! Пурш! Костя! Костя, где ты был? Журнал с своим портретом искал. Что случилось? Пурш сбежал. Он испугался, сбежал. Ну. Это боцман. Я тебя умоляю, сделай что-нибудь. Он его убьет сейчас. Закройся, Господи. Не высовывайся! Господи! О, Господи! Господи! Боцман, все в порядке. Вот ты где, паразит. Ну что, оставить тебя без сладкого за такое, а? Разбаловался без папки-то? Товарищ дрессировщик, может, мы с вами в это, ну, в студию пойдем? А? Ну, чего такие красивые кадры-то делать? Вы его там почухайте немножко, а мы это подснимем. Да? Ну, где студия-то? Там? Да. Ну что, пойдем к мамке обратно? Ты мой красавец. Пойдем. 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 Давай, слезай, не бойся. Вперед. Вперед. Мы познакомились с волшебным миром цирка. И прямо здесь, в студии, ощутили радость соприкосновения с этим великим искусством.
И в заключение несколько слов скажут наши знаменитые дрессировщики. Маргарита Назарова и Константин Константиновский. О, баба, смотри, папа и мама. Видите ли, какая история. Ну, на самом деле, если бы не мой муж, Константин... Ну, перестань. Маргарита Назарова – звезда мирового масштаба. Которому я безмерно благодарна за все, что он сделал. Если бы не он, я бы никогда не... Баб, а когда меня по телевизору покажут? Ну, вырастешь и покажут. Обязательно, Лешенька, покажут. Я не представляю для себя другой жизни. В общем, мы семья непростая. Мы удивительная семья. И мы от всей души желаем вашей удивительной семье долгих лет жизни, процветания, творческих успехов. И чтобы вы радовали нас своим искрометным талантом и новыми ошеломляющими номерами. А наша программа подходит к концу, и мы прощаемся с вами, дорогие телезрители, до следующей недели. Привет. Здравствуй, Маргоша. Мам, а когда папа приедет? Не знаю, сынок. Никто не звонил. Но видишь, что у нас творится? Уехал. Не поверишь. И просила его, и извинялась. Все равно уехал. Обидела я его. Хотя ни в чем перед ним не виноват. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не могу я без него жить. Что хочешь, не могу.
Димка! Ключи забыл, что ли? Иду! Тетя Рита? Ирочка, можно? Конечно, конечно, заходите. Здравствуй, моя родная. Как давно не виделись. Сейчас, сейчас. Ой-ой-ой. Сама-сама. Тихо-тихо-тихо. С этой свадьбой и беременностью так закрутилось. Все вам спасибо за памятник, никак не могу сказать. Очень достойно получился. Никак не могу запомнить фамилию скульптора. Не помнишь. Точно. Очень достойно сделал. Мама красивая такая. Очень талантливая. Муж где? В части бумаги оформляет. Представляете, через неделю новоселье праздновать будем. Да. Лиз на этой карточке, как лампочка светится. Ой. Возьмите себе. Дарю. Спасибо, Ириш. Да не стоит. Спасибо. Да. Не хватает мне ее. Очень. Очень. Пацан. Точно, точно. Спокойный? Куда там? Как только марш слышит, выпрыгнуть норовит. Командиром станет. Но главное, не циркачу. Ой, поверить не могу. На Байконуре будем, представляете? Самое сердце космонавтики. Ну, сердце космонавтики – это звездный городок. А какой орган Байконур – это все время пока. Вот вы сейчас пошутили. Прям как дядя Костя. Ир, я просила. Простите. Ну, как он? Понятия не имею, как он. Не звонит, не пишет. Он здоров? Пока еще со мной жил. Приступы прекратились, лекарства немецкие помогли. Так что, я думаю, здоров. Как бык. Сволочь. Здорово, работяги! Как пивко, бродяги? О, ростовская неразбавленная наша любимая. Не пыли, всем хватит. Пойдем, 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 пойдем. Смотри-ка, опять этот кот ученый. И в этот раз он с нами здороваться не хочет. Ну вот как не обидеться на него, а? Ребзя! А что это за клоун? Иди сюда. Это мы с тобой? Вот это у тебя наметан глаз, братишка. Циркач это заешь. Он у Любки, на постой, кажется. Она, говорят, теперь всех подряд пригревает. Слышь, мухомор, за тебя говорят. И отрывается. Читает. Видно, читает, сильно любит.
Они с Любкой, наверное, по ночам тоже? Читают. Дочитаются. Обрюхатит и укатит обратно. Тю, братан. Да мужичок-то старенький баб портить. Он это, как это в Москве говорят, импотент. За испорченное имущество. Че вылупились? Потерпи, миленький, потерпи, мой хороший. Сейчас доктор придет, сейчас придет доктор. Боцман! 3 часа доктора нет. Где этот Мишка? Простите, Маргарита Петровна. Где ты ходишь? Вот. Хороший мой, миленький мой, миленький мой тихий. Извините, задержался на прием. Ну что тут у вас? 3 дня не ест ничего, пьет только. Тихо-тихо-тихо, не нервничай. И, по-моему, слепнет. Слепнет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Молодец. Угу. Браво. Попросите всех освободить манеж. Конечно. Миш, попроси всех уйти, а? Пожалуйста, ребят, простите. Браво. Браво, 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 браво. Он же встанет. У нас еще гастроли в Горьком. Все будет хорошо. Потерпи, мой родной, все хорошо будет. Видишь, доктор хороший. Говорит, хорошо все будет. Потерпи, мой родной. Потерпи. Пуршик, Пуршик, солнышко. Потерпи, потерпи, миленький. Ага, заботится она, как же. Она только о себе заботится. Она же у нас звезда. У Константиновского Пурш был бы здоров. Да? А ты прям в этом уверен? Если тебе так все не нравится, что ж ты тут делаешь? А я в Ростов переведусь. Как только Константин Александрович новый номер поставит. Ты тоже так думаешь? Если б я так думал, давно бы ушел. Сидеть! Сидеть! Тумба! Томба! Браво, браво! Вот наша надежда. Вот кто вернет Ростов в пальмовую ветвь. Настоящий Томба. Профессионал. Прям хоть зрителей зови. Вы прирожденный артист. Обращайтесь, Константин Александрович, сразу, если в чем-нибудь будет потребность. Мы не всесильны, конечно, но все, что можно, в городе организуем. Звезда вашего масштаба должна рассчитывать на любое содействие. Чувствуйте себя как дома. А это кто разбросал? Ну что это такое? У нас выступление, а вы тут все раскидали. Убирайте! Убирай! А это кто там? Ну-ка, 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 кончайте перекур, ребята, там все раскидано, идите убирайте. А когда у вас гастроли в Горький? Да на выходных. Собралась? Угу. Вот что я тебе скажу. Генерала ты не ценишь зря. Подберут. Он и так подобранный уже. Он женат, Галь. Ой. И вообще мне сейчас не до этого. Ты последний советский цирк читала?
Нет еще. На. И что? Ты из-за этого, что ли, расстраиваешься? Да перестань. Мы главному редактору мозги на место поставим. Ой, не ему надо мозги на место ставить, а мне. Глупости. Срывы прямо на манеже, скандалы стали нормой. Ой, не мог. Правда, Галь, нервы не к черту сейчас уже с этой жизни. Плюнь на все. Разберемся, подруга. Друг. Какой ты мне друг? Ну, верно. Ну, мужик, ну пусти, а? Ну, мне очень, очень нужно. Всем нужно? Ну, понимаю. Слушай, ну пусти, а? Ну, что тебе стоит? Это тебе стоить будет. О, Галина с Назаровой приехали. Какая Назарова? Дрессировщица. Дрессировщица? Та самая. Ну что? Что-то наших никого нет. Ну что, будем ждать или пойдем? Ну вот, еще будем ждать. Тогда пошли. Опусти. Товарищ Назарова, здравствуйте. Здравствуйте. Я, извините, вашего имени не помню. Я из Свердловска. На 3 дня. Вот если в стратосфере не побываю, ну земляки просто не поймут. Я прошу вас, вы приведите меня, а? Пожалуйста. Ну что, возьмем сибиряка? Веселее будет. Ну, если Галя говорит возьмем, значит возьмем. Вот спасибо вам, а, товарищ Назарова. Сейчас вот просто отметим с вами, как говорится. Гена, наливай. У меня тост. За Сибирь. О. Так. Вкусно про нее рассказал. Дай поцелуй. Жаль, что ты завтра уезжаешь. Ген, ну ты завтра не уезжаешь? Нет. Пошли танцевать. Ты мне правда тигренка достать можешь? Конечно! Маргарита Петровна, я для вас всю тайгу перерою. Хорошо. Вот балбес, а! Фотоаппарат в номере оставил. Сейчас бы сфотографировались. А то ведь сибиряки не поверят, что я в стратосфере с такими людьми за одним столом сидел. Это мы сейчас исправим. Это, слава богу, можно исправить. Тебя зовут-то как? Борис. Работаешь? Начальник я по строительству в Свердловском обкоме. Долго. Строитель будешь. Галина Леонидовна, он тебе тоже распишется. Маргарита Петровна, а Галина-то она кто? А что, на папу не похоже, нет? А что, я его знаю. Знаешь, Брежнев ее папа. Твоя фамилия как? Ельцин. Через «ц»? Да. Ельцин. Вот мать честная. С Назаровой водку пил. С дочкой Брежнева целовался. Так это же никто не поверит, а? Никто. На, держи. Поверят. Спасибо. Заклюют сибиряки-то. Ну, чего, давай, давай.
Привет. Мое почтение. Спасибо. Ну, Кирилл, ты проходи. Рита, подожди. Угу. Кирилл, подожди. Ну что, ну что? Ну поставь что? Меня. Поставь. Ну поставь. Ну хорошо. Подожди. 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 Твоего позволения. Разговор важный у меня. Может, присядешь? Сейчас. Рита! Твоя взяла. Ты показала, что у тебя характер. О! 3 месяца меня не подпускала. Я осознал. Циркач твой рисовал. Похоже, но, кажется, пора убрать. Не надо здесь ничего убирать. Присаживайся. Одну минуточку. Я скоро приду. Ты куда? Хлеба нет. Да я водителю свистну, он съездит. Не надо, я сама. Алло. А Маргариту Петровну можно пригласить? Нет, она ушла за продуктами. Вы простите, а я с кем имею честь? Ее муж будущий. А вот кто ты?